угадай, куда мы едем отдыхать? Дам подсказку. Египетская сила. Карелия. С ней интереснее, чем со мной, да? Галь, ты что, забыла? Нас в ЗАГСе объявили мужем и женой, а не друзья. По вашей ручкой. И смотри дальше в телевизор. На видео снимаешь страдания родного отца? Я кричать буду. А сейчас кому-то руки-то пообрываю. Так, ты что думаешь? Выпил мое живое пиво и стал бессмертным? А? Извините, я не нашел брюки от моего костюма, но включите воображение. И в следующий раз не надо будить меня для того, чтобы просто счет узнать. А я тебя не затем разбудил. Папе было скучно. А мы в доме там не замерзнем? Ну как, согреемся. Ты будешь спать на печке. О чем с тобой говорить? О том, сколько разбитых яиц осталось в упаковке. Херр Петрович! Что? Папа, доброе утро, Коль! Вареной будешь? Это что за хрень на моем месте? Сейчас мы с папой подумаем, чем бы вас таким угостить, да? Да, хрен с маслом, понял? Точно! Не заметите! Ты бампер свой видела? Что ваша комната скоро будет уставать. Ну ладно тебе, Галчонок. Но если хочешь, там будешь жить ты. Стена как новенькая. Стена-то как новенькая, да жена старая. Взяла рыбу по скидке, а скидки уже нет, а? Ага. Вот и что я последнее сказала? Оля, я в магазин. Ну скажи... Молчи, маленькая. Ой, Ленечка, Настенька, приехали. Да, Коломок домой прикатился.